Дизи. Голос за кадром Анастасия Гайдаржи. Специально для сайта dizimania.ru. Какая неумеха! Сестра, ты тоже больная? Нет, а что? У папы тоже было такое на подбородке. Дерин? Доктор пришел, пошли, дитя мое. Мы заберем папу в палату. Хорошо. Я везде тебя ищу, ягненок. Мы с малышкой в мячик игрались. Я не успеваю отвернуться, ты сразу же в мяч играешь. У тебя шнурки развязались. Идем, дочка, покушаем где-нибудь. Мама? Какое у меня заболевание? Никакое. У тебя нет ничего, моя прекрасная дочка. Минутку, ты сейчас говоришь, что... Да, Суна. Я скажу дочери, что она больна, но не неизлечимой болезнью. Ладно. Даже если мы отбросим проблемы, которые будут от сокрытия правды, нет никаких проблем, я все продумала. Я буду давать ей препараты, все будет под контролем. То, что ты делаешь, справедливо, Фигин. Скажи мне это. Разве Джихан не имеет права знать правду? Какую правду? Весь медицинский мир, эти доктора, эти книги, все они говорят мне, что твоей дочери день ото дня будет хуже и хуже. Не сможет ходить, руки и ноги не будут работать, не будет говорить, а потом... Они называют это правдой. Нет лечения, нет лекарств. Какая польза от знания этого может быть для Джихан? К тому же доктора не могут знать все. Может, через 3-5 месяцев найдется какое-то решение... Каждый день что-то открывается, не может быть? Сестра Фиген, у тебя гость. Здравствуйте. Госпожа Фиген, я хотел лично вас навестить, потому что... Господин Нур, доктор Джихан. Здравствуйте. Здравствуйте. Если вы скажете мне, что я должна сказать правду о болезни Джихан... Нет, не это. Я не знаю, как я вам объясню это. Что такое? С диагнозом Джихан случилась ужасная путаница. Досье перепутались, госпожа Фиген. У Джихан нет дегенерации мозжечка. Даже нет никакой серьезной болезни. Она довольно здоровая. Мы вас очень сильно расстроили. За больницу и свой персонал очень извиняюсь. Ладно. Пусть, у Джиха ничего нет. Она здоровая. Моя дочь здорова.
С ней все в порядке. Моя дочь здорова. С ней все в порядке. Джихан. Музо? Любовь моя, ты почему проснулась? На голос собаки. Бедный часами плачет. Кажется, голодна. Что ты тут делаешь? Ищу кое-что, чтобы выкинуть этот мусор из сада. Идем обратно в кровать, потом будешь искать, что ищешь. Нельзя. Я дал обещание чемпиону, что обновлю кольцо. Месяцами тяну. Теперь уже все. Нельзя откладывать. Нельзя забывать. У нас нет времени, Фиген. Я должен делать каждый день своей дочери лучшим в ее жизни. Я больше ничего не могу. Ты прав, любовь моя. Но вот увидишь. Она поправится, с ней ничего не будет. Смотрел в этом шкафу? Только ты смотрел. Тройной, говоришь? Кажется, вешать эту сетку было плохой идеей. Сниму ее. Нет, уж не ной, не ной. Мы сказали до пяти. Не болтай много, играй свою игру. Степс! Степс! Не было степса! Не говори ерунды, ты сделала 5 шагов. Папа, не было степса, тут столько расстояний нет. Но ты действительно жульничаешь. Еще не стыдясь, говори, что не сделала. Нет, папа, не надо так. Я то больше играть не буду с тобой. Я покажу тебе правильный, красивый бросок. Папа. Музо. Музо. Thank you.
Что это было? Может, ты жалилась над своим стариком отцом? Не подпрыгивай, давай. Папа, не держи мою руку. Я не держу, я просто играю. Но ты держишь мою руку. Ты не будешь касаться. Ну, хватит уже. Я проснулась на шум, даже мой будильник еще не сработал. Разве можно в такой час таким заниматься? Ну, можно. Утренний спорт. Не все же такие Сони, как ты. Мама, пожалуйста. Эй! Раннее утро, вы понимаете? Люди в норме спят в это время. В норме. И тебе доброе утро, Джим-Джиме. Благодаря вам. А есть какая-то особенная причина этим вашим крикам? Ну, серьезно, это слишком. Разве может не быть? Папа обновил сетку. После того, как месяцами он все тянул, разве не прекрасно? Эй, ты обманщица. Очень красиво получилось. Вы во снах своих это видите, что ли? Не понимаю. Давайте, пока я приготовлю завтрак, вы только успеете переодеться. Идем, дочка, и ты. Хватит! Не ной, не ной. Папа, сколько можно жульничать? Сынок, это которое яйцо уже? С чего ты так? Мне надо много есть. После того, как Джихан бросит спорт, я буду единственным спортсменом в семье. В конце концов, ты меня послушала. А то стала бы как парень. Мне все равно. К тому же, я не знаю, брошу ли баскетбол. У меня открылся новый аппетит. Может, на этой неделе я пойду на выборы университетской сборной? Вот как? Давай, сестра, кто тебя остановит? Пусть будет как лучше. Папа, ты чего так спокойно отреагировал? Я думала, ты расстроишься, если я брошу баскетбол. Конечно, расстроюсь, чемпион, но это же твой выбор. Ты уже взрослая. Не смотри ты на папу, он пытается не портить свою харизму. Если скажешь, что бросаешь баскетбол, то я буду слушать его нытье. Ладно. Все равно попасть в команду университета не так легко. Смогу ли попасть, не знаю. Сыр закончился, а ты можешь помочь сделать тосты? Протяни хлебницу. Любовь моя. Эти выборы. Разве нам на руку? Если ее выберут, то начнутся тренировки, лагеря, она очень будет уставать. Там я не смог ничего сказать. Доктор же сказал начать физическое лечение. В команде есть перерывы. Думаю, продолжать заниматься баскетболом очень хорошо. Ну да. Правду говоришь. Но мы будем глядеть в оба. Будем ходить на матчи и не будем ее оставлять одну. Не волнуйся, это дело на мне. Мама! Дорогая, если не принесете хлеб, брат меня съест. Да ладно. Пока есть я, никто ничего не сможет сделать моим дочкам. Идем пожарим хлеб. Доброе утро! Откуда ты появилась? Иду со стороны спортивного салона. Неужели? Да, я записала свое имя на выборы. Ура! Мы удивлены? Нет. Ты, чтобы не расстраивать дядю Музафера, даже сырую курицу съешь. На самом деле было не так, знаешь? Папа совсем никак не отреагировал. Может, потому что думаешь, что я не смогу попасть в команду? Почему ему так думать? Сегодня утром, играя в баскетбол, я так глупо упустила из рук мяч. Может, из-за того бреда про нервное расстройство координации, о котором говорил доктор? При чем тут это? Попьешь таблетки и пройдет. То есть говоришь, что я из-за неумения упустила мяч? Я! Ладно, идем, не будем опаздывать на урок. Если засидимся, опоздаем. Нет. Оставайтесь, что может быть? Сидите. Ну что может случиться? Я думала, что этим утром у тебя нет уроков. Нет. Но я захотел сказать доброе утро своей любимой.
Доброе утро. Доброе утро. Скажу так. Не увидев свою любимую, мы не можем начать день. Идем, мы опаздываем. Пошли. Вставай, вставай. Ну ладно, ладно. Идите на свой урок. Увидимся. Увидимся. Будто у тебя сейчас остались мозги, чтобы слушать урок. Иди же. Ну что? Джихан любит огородный портулак. Огородный портулак. Козье молоко? И козье молоко запишем. Продолжаем расследование. Да. Здесь только масел, трав. Не знаю, пойдут ли на пользу Джихан. Спрошу у доктора обо всем. Джихан продолжает играть в баскетбол, знаешь? Для нее это будет чем-то вроде физтерапии. Фигем, я уверена, что это хотя бы какая-то часть пойдет на пользу Джихан. Но не хочу снова начинать этот разговор. То есть не говорю тебе рассказать обо всем Джихан прямо сегодня же. Суна, тогда в самом деле не начинай. Да, но никаких но. Мы так много говорили об этом, что мне даже уже снишься. Снюсь? Да. Я тебе во сне рассказывала об этом. Сестра Фиген, к тебе посетитель. Я вас отвлекаю, но... Ты вся бледная. Что-то случилось? Нет, все хорошо. В самом деле, Фиген, что случилось? Ты так побледнела? Я в порядке. У меня были дела в банке. До встречи. Я не отниму у тебя много времени. Здесь свободно? Ты разве не с нашей школы? Ты ведь с Кадыкёя, даже кажется, ты был в параллельном классе. Ты задаешь много вопросов для той, которая знает обо всем. Эта девушка твоя подруга? Да. Джихан моя подруга, а что? Не знаю, то ли наивная, то ли глупая, не могу понять. Как дела? Привет. Ты ведь подруга Али? Можно и так сказать. Я его бывшая девушка. Правда, все однажды становятся бывшими девушками Али. Это точно. То есть, советую тебе особо не привыкать. Мы встречались 18 месяцев. Это для Али рекорд. Очень больно? Что, прости? Тебе очень больно? Судя по тому, что ты ведешь себя так, ты совсем расклеилась.
Что это сейчас было? Не знаю. И, честно сказать, мне все равно. Будет хорошо, если не будешь особо зацикливаться. Я заставил тебя долго ждать, любимая? Нет. Ты в порядке? Супер. Селин, твоя бывшая девушка. Какая Селин? Ты встречался с несколькими Селин? Нет. С чего вдруг ты завела этот разговор? Я не понял. Что ты думала? Что я ни с кем до тебя не встречался? Ладно. Это не особо важно. Мне пора идти. Джихан? Али, правда, забей. Я подготовлю рецепт, заберете. Хорошо. Прости, ты говорила о Джихан? Да. Мы с твоим отцом, Селим и я, хотим помочь Джихан с обучением. Материальная поддержка. Нам не нужна поддержка. Фельдшер и пекарь, пытайтесь вырасти четверых детей в этом веке. Четверых. Да, и очень хорошо справляемся. Я не хочу, чтобы моя внучка взрослела, справляясь. Хочу, чтобы она получила лучшее образование, чтобы достигла высот, чтобы у нее была замечательная жизнь. Все мы хотим этого, мама, все мы. Но что? Хочешь, чтобы и Джихан была такой, как ты? У тебя было блестящее будущее, но что ты сделала? Бросила свою учебу, вместо того, чтобы стать врачом, ты стала фельдшером. Выбрала пекаря, и вместо того, чтобы воспитать одного ребенка в качественной жизни, родила подряд еще троих, как крольчиха. Ты права. Это все сделала я. И я очень довольна своим выбором. Значит так. А если из-за ваших финансовых проблем Джихан придется бросить университет, как ее матери? Не придется. Джихан окончит университет. И без вашей поддержки. Ты так сильно ненавидишь мою материальную силу. Мне нужны не деньги, мама. Мне нужно то, чего ты никогда не могла мне дать. Поделим немного? Поделим, мама, совсем не хочется делать уроки. Тогда это тебе. Что это? Маленький подарок. Мама, очень красиво. Только мне будет жалко делать в ней записи. Я об этом совсем не подумала. Тогда пусть это будет твой личный дневник.
И доктор ведь говорил тебе записывать, если что-то случится, будешь писать что-то подобное. Мама, скажи же. Что сказать, дочка? Почему это нужно? Я не понимаю. У меня же все в порядке. Это значит, что есть что-то серьезное. Или, может быть, пришло время сказать тебе правду. У тебя серьезная болезнь. Что? Какая болезнь? Болезнь, как только видишь врача, говоришь, я очень больна. Мама! Мама! А я этой фразой больна. Ситуация вот какая. Маленькая шишечка влияет на твои нервные клетки. Пройдет. Будем ждать, пока распадется. Но пока мы ждем, такой спортсменке, как ты, нужно поддерживать клетки лекарствами. Вот и все. Я целыми днями буду следить за руками и ногами? Очень скучно. Тогда ты следи за сердцем. Посмотри на свои чувства. Записывай их. Язык говорит, а сердце пишет. Возможно, если будешь писать, получится лучше понимать свои чувства. Тогда я сразу начну писать. Мама, сегодня в школе с Али случилось кое-что странное. На самом деле, не совсем с Али, а с его бывшей девушкой. Али сказал что-то, что обидело тебя. Нет, но впервые я начала думать. То есть, а что если он не любит меня так, как я его? Если не видит меня такой? Погоди, дочка. Вы еще в начале вашей дружбы. Да и о таком не стоит много думать. Думая о том, что и как человек упускает лучшие моменты в жизни. Кажется, ты снова говоришь верно. Я вот думаю, смогу ли я быть такой умной, когда мне будет столько же лет, сколько тебе? Ты будешь еще умнее меня. Да еще и такой умный, что я тебе совсем не буду нравиться. Моя красавица. Моя единственная дочка. Али, что ты здесь делаешь? Жду свою девушку, чтобы пожелать ей успеха, чтобы дать везение. Наполнил водой. Готово. Святая вода? Хорошая идея, но думаю, что тебе не нужно. Я не уверена настолько. Я уверен. Сильно уверен. Ты ни на кого не похожа. Ты как вода в этой бутылке. Не интриганка, не обманщица. Блестящая. То есть ты не похожа на моих бывших девушек? Пусть ничья тень не падает на нас, хорошо? Я никогда себя не чувствовал так раньше. Никогда. Ты другая. И я это прекрасно понимаю. У меня, кажется, не хватает дыхания. Тогда, маленький, сделал для тебя маленький перерыв. Держи это в себе. И заполучи все. Дай свою руку. Пусть это принесет тебе удачу. Спасибо.
Давай. Я в тебя верю. Сильно. Госпожа Суна, пришел отец госпожи Фигент. Пусти сюда. Конечно, пускай. Здравствуйте, господин Селим. Добро пожаловать. Здравствуйте, спасибо. Как вы? Хорошо, вы как? Фиген ушла к пациенту, но должна с минуты на минуту прийти. Я могу здесь подождать? Конечно, прошу, садитесь. Спасибо. Выпьете что-нибудь? Нет, не утруждайтесь. Вы что, не переживайте, я вам приготовлю кофе. Дядя Селим, добро пожаловать. Спасибо, Фиген. Прости, я пришел неожиданно. Что вы такое говорите? Садитесь, пожалуйста. Как не убрано, не так ли? Всегда такой была. Помнишь, что ты говорил, когда мама злилась на меня? Если разбросанный стол – знак запутанных мыслей, то какой знак у пустого стола? Придем к причине моего визита. Вчера твоя мама пришла тебя навестить. Вы немного поссорились. Разве бывало, когда не ссорились? Ты правильно говоришь, дочка, но... мы эти отношения с трудом удерживали. Я не хочу, чтобы вы отделялись. Иногда, когда человек думает, что делает для своего ребенка самое лучшее, может совершать ошибки. И тогда ни расстояние, ни границы не остается, дочка. Смотри. Видишь? Я, кажется, тоже перешел границу. Нет, я немного... немного нервы испортились, мы же много работаем. Конечно. Работа не оставляет покоя. Госпожа Фиген, ты можешь посмотреть счета? Это срочно. Ты иди работай, дочка. У меня пришел пациент, нужно им заняться. Конечно. Ты работай, у меня тоже есть дела. Следи за собой хорошо, пожалуйста.